Nova ID Center 3 22AD A05. Бюджетный, компактный моноблок. В комплекте с устройством идут проводные клавиатура и мышь, кабель питания и набор документации. Корпус сделан из черного пластика. Основная часть матовая, с текстурированными рамками, кожух с системными компонентами и подставка с зажимом под кабели с глянцевой поверхностью. Моноблок можно наклонять в диапазоне от минус 5 до 20 градусов. Регулировки по высоте или возможности поворота нет. Перейдем к экрану. Его диагональ 21,5 дюйма, то есть модель относительно компактная. Экран выполнен на основе IPS-матрицы с разрешением Full HD. Для базовых домашних или офисных задач этого достаточно. Посередине над дисплеем расположена фронтальная камера с физической шторкой. За производительность системы отвечает двухъядерный процессор AMD Ryzen 3 3250U с базовой частотой 2,6 ГГц и максимальной частотой 3,5 ГГц в режиме турбо. Графическое ядро встроено в процессор и представлено чипом Radeon Vega 3, также на борту 4 ГБ оперативной памяти. Система Windows 10 Home предустановлена на SSD накопитель объемом 256 ГБ. Он же предназначен для хранения документов, фото и видео. Если вам этого недостаточно, используйте внешнее хранилище. Порты расширения расположились в нижней части моноблока. Два USB 2.0, два USB 3.1 первого поколения, один HDMI-порт для подключения второго монитора, комбинированный разъем для наушников с микрофоном и гигабитный сетевой порт. Также есть встроенный картридер. Также в нижней части установлена пара 3-ваттных динамиков. Они здесь на крайний случай. Если хотите наслаждаться качественным звуком, рекомендуем приобрести внешнюю акустику. По части беспроводных соединений в наличии Wi-Fi и Bluetooth модули. Как итог, перед нами начальный вариант домашнего компьютера для небольших квартир. IPS-дисплей обладает углами обзора до 178 градусов, а значит, посмотреть кино вечером можно всей семьей. А вот поиграть получится только на средних или низких настройках.